Друзья, всем привет из Гонконга. В свою очередную поездку в Гонконг я решил остановиться в отеле, который называется Рамада Grand View. В Гонконге есть несколько отелей с названием Рамада, поэтому нужно отличать их. И я остановился в отеле Рамада Grand View. Отель 4 звезды, хороший. Давайте сейчас зайдем вовнутрь, посмотрим, что здесь. Здесь вас всегда встретит охранник, который следит за порядком. Ресепшн, который вам всегда ответит на вопросы. И 3 лифта в холле. Для того, чтобы лифт поехал, вам необходимо воспользоваться карточкой, которую необходимо приложить к коду и поехать на свой этаж. В отеле есть номера для курящих и для некурящих. Если даже вы курите, я рекомендую выбирать номер для некурящих, потому что везде в Азии номера для курящих, они страшно прокурены. Находиться в них очень некомфортабельно и очень неудобно. Давайте сейчас зайдем вовнутрь моего номера и посмотрим, что здесь внутри. Номер довольно-таки просторный, по меркам Гонконга опять-таки. И здесь есть все необходимое для комфортабельного пребывания. То есть здесь есть шкаф, сейф, неплохая такая двухспальная кровать, фен и все необходимые принадлежности. Также здесь есть небольшой столик, где есть электрочайник. Чай, кофе, сахар, все это кладут в подарок гостю. Телевизор, небольшой холодильник здесь. Под телевизором расположен небольшой совсем холодильник. Ну, пиво сюда можно поместить без проблем. И ванная комната. Ванная довольно-таки просторная, также опять-таки по меркам Гонконга. И это настоящая ванна. Но мое личное мнение, здесь принимать ванну, ну, я не стал рисковать. Как-то мне все-таки это не очень комфортно. Номер по меркам Гонконга довольно-таки просторный, довольно-таки удобный и за свои деньги вполне пойдет. Но основная причина, почему я выбрал этот отель, это, конечно же, бассейн на крыше. Бассейн расположен на 28 этаже, и если вы подойдете на крышу, то увидите вот такой вот прекрасный вид, который открывается на Гонконг. На гавань это все очень-очень красиво. И, конечно же, за это стоит переплатить, особенно вечером. Выглядит это очень прикольно. Что касается бассейна, он не очень большой, но в жаркий, знойный день плавать в нем тоже одно удовольствие, потому что он довольно-таки глубокий. Ну что ж, друзья, вот такой вот Рамада отель. Ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал. Всем пока!